Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал Галина Кириенко. Сегодня 17 июля. Вот уже прошла первая половина лета и наступила макушка. Макушка лета. Но впереди еще очень много всего красивого и прекрасного в наших садах. Лето в этом году очень жаркое, поэтому приходится работать только рано утром и поздно вечером. А днем хочется отдохнуть в тенистых уголках нашего сада, присесть на качельку с чашечкой кофе, с книжкой и отдохнуть. Или с телефоном и пообщаться со своими друзьями в социальных сетях и в Ютубе, с теми, на кого подписан и кто подписан на нас. Посмотреть новые выпуски, которые вышли у наших друзей. Поделиться своими. Спасибо, друзья, что вы со мной. За то, что вы есть в моей жизни. Моя жизнь стала разнообразнее, интереснее и насыщеннее. С вами я побывала в разных уголках нашей страны и в разных странах: Германии, Соединенных Штатах, Голландии, Израиле, в Бельгии, в России. Друзья, спасибо вам большое за то, что вы есть. Помните, была такая песня: «Как прекрасен этот мир, посмотри!» И как хорошо, что на своем маленьком участке земли мы можем создать для себя и для своих друзей маленький кусочек прекрасного мира, поделиться им со своими друзьями. Вот, полюбуйтесь, это колиусы. Прекрасные декоративно-лиственные растения растут на моей клумбе. Эти цветные листочки поражают воображение своей яркой, пестрой красотой. А этот цветет лиатрис. Он начинает свисти снизу и поднимается вверх. Вот еще один прекрасный колиус. А эта лилия называется Анастасия. Она очень необычной формы. У меня на канале есть видео. Лихнис, смолка. Вот сейчас на заднем плане мы увидим зеленые кочки. Это оно и есть. Из него можно делать бордюры. Это вечно зеленое растение. А это растение называется дербенник. Цветет красивыми малиновыми метелочками. Его очень любят бабочки, слетаются на него. Ну а это прекрасные, яркие, жизнерадостные лилейники. Они самых разнообразных цветов, окрасок, форм. Я очень люблю это растение. Этот очаровательный шарик – туя Golden Globe. А это туя, не знаю, как она называется, но она уже выше моего роста, а покупала ее 15-сантиметровым маленьким хвостиком. И вот так она уже выросла. Прошло буквально лет 6. Ромашки – мои любимые растения. А это сосна горная. Покупала их всех одновременно,
Вот она такая миниатюрная, медленно растет. Лилейник. Какой же он красивый, какой он яркий. И что самое интересное, что он совершенно не выгорает. А все потому, что он цветет всего лишь один день. А эта высокая, красивая лилия называется Шахерезада. Скоро наступит пора летних груш. Они наливаются, увеличиваются в размерах и скоро созреют. Метельчатые флоксы начали цвести. И вот уже повторно цветут некоторые розы. А этот лилейник, как я его люблю! Какой же он красивый! Просто сплошное очарование. А это начинает цвести летние хризантемы. И вот снова лилейник. Посмотрите, какой же он красивый! Самые разные – розовые, лососевые, малиновые. Самые разные, но каждый красив по-своему. Двухцветные, с волнистыми краями. Какие же молодцы селекционеры, что они смогли создать такую красоту, которая радует нас своим цветом, запахом и формой. И вот она, красавица Шахерезада. Очень мощное растение, много цветов и еще много бутонов, которые будут постепенно раскрываться. Метельчатые флоксы цветут. А это розы. Они уже увядают. Я их обрежу, и они зацветут повторно. А рядом роза Розариум Ютерсен. Я ее обрезала после цветения, и она готовится к новому цветению. А это растение называется вербенник ландышевидный. Очень красивое, неприхотливое растение. Им с ним поделилась со мной Аллочка. Я его посадила в прошлом году, и он вот так уже прекрасно разросся и радует меня своими красивыми цветами. А это гибискус древовидный, сирийский. Он цветет сейчас внутри куста,
То есть сначала он цветет на побегах прошлого года. Но на побегах, которые он выпустил в этом году, очень много бутонов. И я так понимаю, что скоро он начнет цвести и по внешней стороне куста, то есть на побегах текущего года. А это тысячелистник. Ель сербская. А это очеток видный. Очень интересное декоративное растение, которое красиво с ранней весны до поздней осени. Оно все время разное. Император. Ред Барон. А это лаванда. Но она в этом году так быстро зацвела и отцвела. Просто мгновенно. Так жаль. А это хризантема. Очень красивая. Скоро начнет цвести. И снова очеток видный. А сейчас мы находимся в тенистом уголке под вишней. Здесь растут красавицы брунеры с серебристыми листьями и зелеными прожилками. Также здесь много плюща и сныти вариегатные. Но очень красивая брунера. Барбарис Тунберга. Очень яркой окраски, с зеленым окаймлением по краю листа. Эта окраска проявляется на ярком солнце, а если заглянуть вглубь куста, мы увидим, что листья там зеленые от того, что не хватает туда солнечного света. Это пахизандра, очень красивое декоративно-лиственное растение. Вот такая вот лилия с закрученными краями. Немножко смешная, с кудряшками. Лилейник очень красивый, небольшой, но сплошное очарование. Дёрен пестролистный, алигантиссимо. Тоже очень красивый кустарник. А это можжевельник скальный, голубого цвета, как свеча, уже достигает высоты забора, а забор у меня двухметровый. Скоро будет цвести пизостегия виргинская, очень очаровательное растение, я его вам потом покажу. Ну вот, прямо кучеряшка сью. А это повторное цветение роз. Какие красивые переливы красок. И веснушки по краю. Просто красавец.
Вот еще сколько бутонов на лилейниках, и все они будут цвести. А это колиусы, декоративно-лиственные растения. У меня на канале недавно вышло видео о них. Кому интересно, можете посмотреть. Ну а на это сегодняшнюю нашу прогулку мы будем заканчивать. Спасибо всем, кто был со мной. Подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Если вам понравилось, поставьте лайки. Вам не сложно, а мне приятно. Будьте здоровы, и пусть будут здоровы ваши растения. И пусть ваши сады радуют вас с ранней весны до поздней осени. До скорых встреч!